Так, добрый день всем. Меня точно слышно, хорошо? Ирина Владимировна, слышно меня? Не слышу. Презентацию видно? Так. Кто-нибудь слышит, нет? Все слышно. Все хорошо слышно. И видно, да? И видно. Ну все. Так, хорошо, добрый день всем. Сейчас попробуем представить тему, которая видна на экране. С учетом, кстати, с учетом последних уже происходящих событий. Это что такое у нас там? Яков, это кто-то включает микрофон, так что не обращай внимания. Ну хорошо, ладно. Значит, будем говорить о том, мы сейчас живем в эпоху преобразований, у нас ускоряются процессы, появляются взрывные технологии, которые круто меняют сложившийся порядок вещей. Если раньше у библиотек не было, то есть была задача не отстать от технологических инноваций, то сегодня они должны во многом опередить, определять пути развития общества, опираясь и на тысячелетнее культурное наследие, и бесценный опыт знаний. И именно поэтому важно понимать, что за тенденции проявляются сейчас в отрасли и какое будущее они нас ведут. Если несколько лет назад многие затруднялись ответить на вопрос, что мы вкладываем в понятие цифровая трансформация, то... Насрать на тебя, чел, боже! Сегодня мы уже все знают, что по большому счету речь идет о переходе с аналоговой формы передачи и хранение информации на цифровую. Итак, четвертая промышленная революция, или Industry 4.0. Это мы часто слышим в прессе, на многочисленных симпозиумах. Ну и, конечно, не случайно она была выбрана как ключевая тема последнего Давосского экономического форума 2019 года. Хотя последний экономический форум с физическим участием делегатов был в январе 2020 года. И был юбилейным по счету. Вернемся к определению. Итак, определение – это четвертая промышленная революция. Да, там надо ребят из информационной безопасности подключить, которые должны вот эти вещи все убирать. На четвертом экономическом форуме в Давосе были отмечены следующие направления. Это интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, роботизация, 3D-печать, квантовые вычисления, блокчейн и ряд других. Нет, не все, конечно, но это основное. Яков Леонидович, ты переключай этот самый экран. А я переключаю. А, здесь одно и то же. Заставка твоя. Да ты что? Да. Сейчас. Сейчас появились новые? Да. Появились, да? Так, да. Это мы проехали, это мы проехали, это мы проехали. Вот. Все переключается, да? Да, да. Да. Значит, четвертая промышленная революция или индустрия 4.0, она получила свое название от инициативы 2011 года. И ее определили как средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии. Третья промышленная революция происходила как этап тотальной автоматизации, оптимизации бизнес-процессов и активного внедрения информационных технологий во все сферы общественного развития. В конце этого этапа промышленной революции появился термин информатизация, который обобщал процессы автоматизации или компьютеризации, точнее сказать, и телекоммуникации во всех сферах человеческой деятельности, являющиеся, по сути, обобщением применения и развития цифровых или электронных технологий и систем. И вообще особенностью перехода от третьей к четвертой промышленной революции стало формирование нового уровня использование компьютерных и сетевых технологий. Активное проникновение интернета, в том числе и в бытовой сектор,
появление новых форм цифровых технологий и социальной деятельности в обществе. Одно из расхожих определений информатизации – это информатизация – это политика и процессы, направленные на построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, определяющие территориально распределенные информационные ресурсы. Мне лично показалось удачным это определение, но все же в приложении к понятию информационного общества. А в целом, мне кажется, что информатизация, это сегодня понятие информатизации было как предтеча появления информации, определения или понятия цифровизация. И просто можно сказать, что это процесс повышения эффективности вхождения общества в единую цифровую среду с помощью современных цифровых технологий. В Соединенных Штатах еще в 2014 году был создан консорциум Industrial Internet, промышленный интернет, во главе которого стали лидеры промышленности General Electric, AT&T, IBM, Intel и другие гранды промышленного мира. Очень любопытная фраза министра экономики и энергетики Германии Зигмара Габриэль. Вот крупные данные, необходимые в индустрии 4.0, собираются не национальными компаниями, а четырьмя фирмами из Кремниевой долины. Это он заявил еще в 2019 году и дальше подчеркнул, в этом наши опасения. Впрочем, в принципе, сам термин до сих пор остается довольно туманным. И еще любопытно привести слова одного из менеджеров компании Audi, который сказал, что несмотря на то, что индустрия 4.0 – одна из самых обсуждаемых тем в эти дни, я не могу объяснить своему сыну, что она означает. Значит, на этом этапе сформировался еще один важный тренд, который, конечно, можно было выделить в отдельную подраздел, но именно все же оставить его здесь удобней. Это те реалии четвертой промышленной революции, которые сегодня проявляются. И в первую очередь два явления, которые по-английски звучат как digitization, что означает оцифровка, и digitalization, что означает цифровизация. Это важно понимать и не приравнивать, и не отождествлять. Еще в 2016 году, когда был в Москве известный форум Digital Enterprise Forum, один из консультантов этого форума, Андрей Константинович Коптелов, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов университета «Синергия», достаточно четко и кратко определил эти термины и разницу между ними. Digitization, как оцифровка, это перевод информации с физических носителей на цифровые, а digitalization, цифровизация, означает изначально создание нового продукта в цифровой форме. То есть два главных фактора четвертой промышленной революции – это оцифровка и цифровизация. И в целом создание глобальной цифровой среды не могли не затронуть библиотечную, информационную и научно-образовательную сферу. И первым толчком здесь стала активизация выпуска электронных книг, изданий, массовая оцифровка печатных коллекций, переструктуризация книжного рынка в целом, но никак не его гибель или закат, как пытались спрогнозировать некоторые чересчур в кавычках продвинутые айтишники. Однако уже очевидно, что термин цифровизация имеет гораздо более широкое толкование, и только в узком смысле его рассматривают как один из факторов создания цифровой среды наряду с оцифровкой. И так все более и более стирается грань между реальными и виртуальными мирами, но более точное определение для процессов цифровизации – это все же цифровая трансформация. И главные основы, элементы, главные элементы современной цифровой трансформации существенно расширяют базовый список направлений индустрии 4.0. И это в первую очередь такие элементы, как большие данные, искусственный интеллект, роботизация, мобильные технологии, криптовалюта и блокчейн, облачные вычисления, интернет вещей, дополненная реальность, ну и ряд других факторов. И одним из, конечно, главных моментов является искусственный интеллект и робототехника, про которые мы сейчас немножко поговорим. Искусственный интеллект – это широкий раздел компьютерных наук, нацеленные на построение интеллектуальных машин, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта.
В 2017 году была в России первая международная научно-практическая конференция «Шаг в будущее. Искусственный интеллект и цифровая экономика». Она состоялась в Государственном университете управления в Москве. И там отмечалось, что уже с 2008 года Россия начала делать первые шаги по цифровизации экономики. И в первую очередь благодаря широкому внедрению широкополосного интернета, формированию электронного правительства, новой системы электронного формата, нового электронного формата системы госуслуг и так далее. А в 2017 году, как мы знаем, фактически началась эпоха активного становления и развития цифровой экономики. И помимо появления пакета нормативных документов, появился интернет вещей, умные города, криптовалюта, блокчейн и чуть позже уже, наоборот, чуть раньше, это большие данные, облачные системы, ну и в том числе искусственный интеллект. На этой конференции мы, я имею в виду представители ГПНТБ России, также выступали. И уже на второй, которая состоялась через год, продемонстрировали нашу первую работу. Информационную систему по отечественным и зарубежным публикациям в области искусственного интеллекта. И она была в виде сначала такого печатного справочника. Вот он, который разошелся мгновенно и сегодня является настоящим раритетом. А на основе этого массива был создан уже в апреле 2021 года база данных, которая сейчас регулярно пополняется и является на самом деле очень серьезным информационным подспорьем для специалистов, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта. Направление вообще искусственного интеллекта, да, вот это, направление искусственного интеллекта еще, можно считать, зародилось в 50-м году. И по оценкам специалистов, системы искусственного интеллекта реально помогут библиотекам построить единое библиотечное информационное пространство, объединив библиотеки для эффективного обмена информацией и совместного использования. Конечно, я считаю, что наиболее явной и ясной системой искусственного интеллекта в библиотеке был шахматный компьютер и Алиса из Яндекса. Вот. Но каждый день появляются все новые и новые приложения. Юрий Николаевич Столяров, известный наш ученый-библиотековед, недавно выпустил статью, которая была опубликована в нашем журнале в первом номере. И он утверждал, что он утверждал по поводу, ну такие достаточно были сильные моменты, что даже для нас было удивительно, потому что Юрий Николаевич как бы не был, никогда не считался специалистом по искусственному интеллекту. И он говорил о том, что вот стационарная стратегия, которая принята до 30-го года, что может принести многоаспектную пользу для библиотеки. Как он пишет, писал, что библиотека, во-первых, в состоянии внести свой вклад в широкое информирование читателей о содержании стратегии, во-вторых, могут принять на себя просветительские функции, давая населению представление о сути искусственного интеллекта и использованных методов, и в-третьих, крупным библиотекам под силу включиться в создание открытой библиотеки искусственного интеллекта. В-четвертых, приобщение к технологиям искусственного интеллекта позволит качественно преобразовать обучение будущих библиотекарей с тем, чтобы создавать умные библиотеки. Также в статье были даны предложения по внедрению искусственного интеллекта на базе библиопсихологического учения Рубакина. Вот. Ну, я пока все-таки достаточно скептически отношусь к информации о внедрении тех или иных систем искусственного интеллекта в библиотеках. Но у этого направления, безусловно, есть будущее. И два важных направления искусственного интеллекта – это нейронные сети и робототехника. Нейронные сети возникли при исследовании возможностей искусственного интеллекта как модели биологических сетей нервных клеток мозга. И попытки смоделировать деятельность мозга давно велись и в математике, и в кибернетике. А нейросети – это последовательность систем или последовательность соединяемых и взаимодействующих между собой непростых процессоров искусственных нейронов, а соединяются они между собой с помощью так называемых синапсов.
структура нейросети пришла в программное моделирование из биологии, и компьютеры уже становятся инструментами для анализа, запоминания различной информации и ее воспроизведения. Вот. Ну, здесь я даю одно из определений, что такое нейросеть, как одно из направлений искусственного интеллекта, цель которого – смоделировать механизмы человеческого мозга. И хотел бы отметить, что да, у человека в мозгу миллиарды нейронов, клеток. Важно понять, как вот такая биологическая реальная сеть, ее и моделирует нейронная сеть. И сегодня нейронные сети не только способны анализировать входящую информацию, но и воспроизводить ее в своей памяти. Другими словами, нейросеть – это машинная интерпретация мозга человека, в котором находятся миллионы нейронов, передающих информацию в виде электрических импульсов. В библиотечных информационных системах нейросети начинают использоваться и в машинном обучении, робототехнике и работе с помощью с множественными поисковыми запросами, там, например, в частности, в Google, в Яндекс, в других поисковых системах. Многие специалисты в кибернетике, медицине, искусстве даже, начинают уже бояться, что могут лишиться рабочих мест, так как работодатель может предпочесть нейросеть живому человеку. По тонкому замечанию Антона Балакирева, руководителя интернет-портала RoboSapiens.ru, нейросети не уходят на пенсию, не страдают алкоголизмом и депрессией. Идеальный работник. В библиотеках все-таки нейросети применяются еще слабо, хотя знаменитый Массачусетский технологический институт в Бостоне недавно представил нейросеть, которая может определить национальность, пол и возраст человека только по его голосу. Но, конечно, заметим, что и нейросети, и искусственный интеллект пока еще не в состоянии полностью заменить человека ни в библиотеках, ни в других сферах деятельности. Но некоторые ученые считают, что не следует доверять безраздельно нейросетям, хотя они могут быть и умнее нас. Коротко про робототехнику. Робототехника – это явление, которое уже имеет свою историю. Она началась еще с появлением первых ЭВМ, первых компьютеров. Сегодня она активно развивается, и признанными лидерами в этом являются Корея, Германия, США и Италия. Самый высокий показатель в мире сегодня следует по сведениям такого известного аналитического ресурса, как Science Forum, показывает, что Республика Корея, где на 10 тысяч рабочих приходится около 400 роботов, а в 2022 году корейцы планируют выйти на объем один робот на одного человека. В среднем в мире считается, что на 10 тысяч сотрудников организации или компании приходится 60 роботов. В России активно и широко используются сегодня роботы первого поколения. Это программируемые манипуляторы жесткой системы управления, но вовсю развивается и следующее поколение роботов, как проводников искусственного интеллекта. Мы знаем, что роботы сегодня активно ворвались в нашу жизнь. Они собирают автомобили, компьютеры, летают в космос, используются в медицине и в других ситуациях. Робототехника оказывает непосредственное воздействие на библиотеки и на более широкую информационную социальную среду, в которой библиотеки оперируют. И роботы в библиотеках, они идеально подходят для эффективного выполнения повторяющихся задач. Роботы могут реализовать многие виды библиотечного самообслуживания. Примеров очень много. Один из часто приводимых в зарубежной прессе функций о роботе стала функция такая, как приветствие посетителей, ответы на вопросы о расположении зала в библиотеке, о фондах, о коллекциях. И такой вот робот, который уже известен всему миру под именем Либи, выполняет уже несколько лет такую задачу в библиотеке университета Претории в Южной Африке. Ну, сервисные роботы, безусловно, это те, кто общается с многими посетители детских библиотек, видят на входе и встречают роботы, которые общаются с читателями, большое удовольствие доставляют детям, рассказывают им про то, что есть в библиотеке,
роботы подбирают брошенные читателями книги или неверно расставленные в залах открытого доступа, помогают провести учет пользователей, помогают обеспечить доставку литературы из различных хранилищ. Одним из таких явных примеров, и тоже уже имеющий несколько лет опыта, является специальная роботизированная система доставки газет из книгохранилища Британской библиотеки. Вот так она выглядит. Роботы дают базовые консультации читателям. И вот еще в 2003 году в одной из работ сотрудников РГБ, опубликованных в Вестнике Бай, были такие сведения, что в 2003 году в прессе было опубликовано сообщение, что в Японии создан электронный библиотекарь. Это 18 лет назад, который позволяет читать книги в библиотеке, находясь в ее в офисе или дома. И для передвижения между книжными полками и объезда препятствий робот использует лазерную систему. Машина способна выбрать книгу, перелистывать страницы, передавая содержание на дисплей пользователя. Еще раньше в библиотеках, преимущественно университетских, появились чат-боты или виртуальные собеседники. Компьютерные программы для общения с пользователями. Чат-боты выполняют справочные функции, отвечают на вопросы по заранее подготовленным вариантам. А что такое этот такой робот, если посмотреть внимательно? Это небольшая коробка, примерно 45 на 50 сантиметров на колесах, обеспеченная цифровой видеокартой и особой механической ручкой. Управление таким электронным библиотекам осуществляется через интернет. Причем интересно, что робот перелистывает книги своими механическими пальцами и только потом передает содержание книг на экран пользователя. Этот робот был разработан в том числе для занятых людей, которые не могут ходить в библиотеки и читают книги с помощью такого робота, даже если библиотека не работает. В настоящее время, да, но тут уже начинаются уже немножко такие проблемы такого социального плана, что применение таких продвинутых роботов, этих и других, порождает вопросы в области безопасности, морали, влияния на социальные нормы, а также возможность использования роботов для обмана людей или манипуляции ими. Тем не менее, еще один момент, что люди уже могут начать заявлять авторские права. Потенциально, разве что программист, который разработал программу искусственного интеллекта, может заявить права на процент прибыли. Но и с появившейся способностью роботов писать, создавать новые произведения, уже следует подумать и о проблеме авторских прав. И я хотел буквально два слова сказать про авторские права. У меня материала много, а времени уже мало, поэтому я очень кратко здесь скажу, что процесс, необходимость трансформации авторского права никто не оспаривает. Этот процесс идет параллельно с развитием всех технологий цифровизации. И в последнее время и в нашей стране, и особенно за рубежом, появились инициативы по обеспечению доступа к творческим произведениям и их свободному использованию. Ну, здесь мы знаем, еще в 80-х годах было заложено программное движение по разработке программного обеспечения с исходным открытым кодом. И это дало название более широкому движению открытого доступа, которое, подчеркиваю, обеспечивает доступ к произведениям, оцифрованным произведениям с использованием той или иной модели авторского права. Если говорить о том, да, совместное использование движения открытого доступа рассматривается в качестве новой нормы в области авторского права. Участники не только по-другому осуществляют авторские права, но и надеются, что использование их модели приведет к реальному и прочному изменению в самом праве. Это вот одна из последних работ, обзорное исследование по авторскому праву и смежным правам по общественному достоянию. И профессор Северин Дюсалье из Бельгии. Ну и следует отдельно сказать, что открытый доступ к научным публикациям активно развивается сегодня. Порядок действий. Есть несколько вопросов, о которых я уже говорил, сейчас не повторю. Напомню только, что очень мощный импульс к развитию публикации открытого доступа дал план ЭС,
это такая коалиция. Сначала это было, были не институты и грантодающие фирмы Германии, а сейчас уже 12 европейских стран, которые требуют, что если они получили государственное финансирование, неважно, от государства или от одного из государством поддерживаемых грантов, то они должны публиковать свои работы в открытых репозиториях или в журналах открытого доступа, начиная с 2021 года. И права авторов при этом сохраняются. Каким образом? На основании существующих лицензий типа Creative Commons. Как мы знаем, их 6 видов. Вот. И в нашем законе 4 части есть уже статья 1286 прим, которая говорит об открытом, о возможности использования открытых лицензий. Вот. Очень важная проблема, два слова буквально скажу, но она все время возникает, до конца ее сегодня мы решить не можем. Это проблема сиротских произведений, то есть когда в отношении авторов есть полная неясность и правообладателей, и здесь нужно решать не так, как это сделал Google в самом начале, из-за чего у него и возникли проблемы, когда началась оцифровка сиротских произведений под предлогом того, что нет авторов, нет информации. Но это все не так. И для этого даже была создана специальная комиссия, насколько я помню, в Конгрессе Соединенных Штатов. Но эта проблема остается и у нас тоже. И значительным, я бы сказал, продвижением здесь являются те директивы, которые Европейский парламент и Европейский совет, комиссия Европейского союза принимает. И очень важно, что там есть новое исключение. Такая директива была в 2021 году принята. Директива совместного Европейского парламента и Совета Европы от 17 апреля об авторском праве. Вступила в силу 7 июня 2021 года. И там есть исключение из авторского права для образовательных учреждений. И здесь, конечно, очень многие вещи сегодня мы еще изучаем. Вот. О сохранности культурного наследия есть отдельная статья в этой директиве. И она пишет, что библиотекам, архивам и музеям можно изготавливать цифровые копии любых произведений и иных охраняемых объектов с помощью любых подходящих технологий и на любых носителях, но исключительно в целях сохранения таких произведений и в объеме, необходимом для сохранения. И ИФЛА утверждает, что данное положение является значительным шагом вперед, поскольку исключение становится обязательным для всех стран-членов ЕС, а также избавляет библиотеки, архивы и музеи от излишних ограничений при выполнении копирования, например. Эта директива вступила в силу, как я говорю, но ее надо достаточно подробно изучать. У нас пока очень мало переводных работ на эту тему. Но, тем не менее, что за этой ситуацией надо следить. И, ну, например, YouTube имеет уже в своей структуре систему, которая называется Content ID, которая алгоритмически может обнаруживать и уточнять нарушения авторского права. И только что недавно прошло изменение к закону об авторском праве и цифровом наследии, знаменитый Digital Millennium Copyright Act в Соединенных Штатах, которые отражают тенденцию усиления, с одной стороны, прав правообладателей, повышение ответственности за контент на онлайн-платформах. Вот. А с другой стороны, дает возможности пользователям достаточно свободно использовать, соблюдая требования авторского права, использовать этот контент. Ну и хотел сказать, что в заключении известный американский, вот эта директива, про которую я говорил, известный американский художник-мультипликатор Джон Лассетер сказал: «Искусство бросает вызов технологиям, а технологии вдохновляют искусство». И в заключение приведу знаменитую фразу Альберта Эйнштейна: «Стало чудовищно очевидно, что наши технологии превзошли нашу человечность». Спасибо за внимание.